Church where their worship of love was pretty good, but one of the things that the pastor of the church noticed that the congregation in the church was too dependent on the music to carry their worship. It was as if the people needed the music in order to touch God, you know. And sometimes, especially in this world with the technology that we have, with the kind of music and just the kind of engineering we have, it's we need that kind of stuff, but sometimes we forget the true meaning of worship, and that's when our hearts are aligned with God's. And just for the first verse, when the music fades, I kind of like it for us to sing it just one time, the verse, just without any kind of music, just one time. You guys all right with that? Yeah, all right. When the music fades and all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's a word that will bless your heart. Thank you.
longing just to breathe something that's a word that will bless you. Наша жизнь изменяется.
И поэтому я хотел бы сегодня обратить наше лицо к Господу. Бог, который создал человека, Он поместил его в Эдемском саду. Я думал, о чем говорить сегодня вам? И вы знаете, как я только стал размышлять, я сразу увидел картину. Увидел Господа, который приходит в прохладе дня. Вы знаете, я сегодня ловил рыбу, и это солнце калифорнийское пекло, я залез под куст. Там было дерево, которое давало тень. Мне так хорошо было в тени. И вы знаете, Господь воспользовался тенью деревьев. Он приходил в прохладу дня. Если вы читали Бытие, в первых главах описано, как Бог творил небо и землю. И после всего этого Он сотворил Эдем. Он создал сад. Я не знаю, как по-английски. Paradise, да, по-моему? И Он там поместил человека. Он окружил его красотой творения своего. И сам приходил, чтобы общаться с людьми, с первыми людьми. Богу было очень приятно общаться с человеком. Бог знал мысли и желания человека. И когда Он поместил человека в этом саду, Он дал одну единственную заповедь. Не вкушай от дерева познания добра и зла. И еще Он сказал, если вкусишь от этого дерева, смертью умрешь. Человек мог кушать от всех плодов, но только не мог прикасаться к одному дереву. И причиной этому было то, что Господь заповедал, смерти умрешь. И я думаю, с радостью Господь прибегал в этот сад, чтобы поговорить с людьми. И ему нравилось общаться с Адамом и с Евой. И однажды он пришел, чтобы опять общаться с ними. Он бегал по саду, искал их, и он не мог их найти. Взывал, Адам, он воззвал, где ты, Адам, я не вижу тебя. И я услышал эти слова, Адам, где ты? Бог сейчас взывает к нам, Слава, где ты? Сергей, Катя, Оля, где ты? Я хочу быть с тобой в прохладе дня. Что спрятало друга Господа? Что увело его от присутствия Бога? Грех. Змей был хитрее всех зверей. И он подошел к первому человеку, и он сказал такие слова. Подлинно, что ты можешь кушать от всякого дерева. Я могу. Вот эти прекрасные бананы я могу срывать и есть. Ананасы, апельсины, персики, яблоки. Но я не могу вкушать от дерева познания добра и зла. Потому что Господь мне запретил это делать. И Он еще сказал, что я умру, если прикоснусь.